Всем привет! В общем, утро. Приехал во двор, где стоит этот запорожец. Попробуем сегодня его оживить. В первую очередь мне надо будет открутить свечи. Сейчас свечи откручу. Залью туда керосина, правда, нету. Залью хотя бы бензин. Масло с бензином, чтобы пробую залить его с бензином в цилиндры, чтобы хотя бы там, может, там закисло все, прикипело, чтобы все отошло. Потом попробуем накачать колеса. Вроде золотники есть. На улице, правда, прохладно, минус 10. Сейчас свечи открутим, зальем масло. Привез с собой аккумулятор, ключи. Свечные провода забрал. Взял свечные провода. Здесь одного провода нет свечного. Или он просто отлетел. Сейчас, в общем, попробуем. Не знаю, бензонасос работает, не работает. Вроде старенький. Попробуем оживить. Не получится, так не получится. В общем, займусь этим запорожцем. Чисто так, не ради выгоды, чисто ради контента уж. Для вас снимаю. Ну и самому получить удовольствие. Тем более запорожца у меня еще не было ни разу. Будет для меня, так сказать, учебным пособием. Так, ладно, сейчас. Так, свечные провода, колпачок есть. Так, свечи старого образца с резьбой. Так, это я отключу масло. Масло есть. Так, бензонасос. Походу не работает. Фильтр. Фильтр какой-то черный весь. Охренеть, он весь. Как в этом. Как в смоле. Какие-то надписи. 968 мл. Так. Что-то двигается так. Так, здесь что-то все подключали. Это куда идет? Непонятно. Какие провода. Почему здесь все оторвано? Так, здесь тоже отключены свечи. Угу. А вот эта насадка. Так, здесь колпачков нет на свечах. Было так вот оторвано. Выдернуто. Вот этот колпачок для чего? А, вот он колпачок этот. Ага, приклеился. Так. Фильтр. Вот это что за провод? Если честно, сам здесь первый раз. Вот поэтому смотрю, чё, что к чему, блин. Так что не удивляйтесь. Контакты поржавели. Так, здесь вот отключено. А, это, походу, отсюда было. Питание какое-то. Для чего, непонятно. Так. Да. Без книги и 100 грамм не обойтись. Все печально здесь, конечно. Так, блин, еще камеру держать в руках, еще работать вообще неудобно. Ладно, сейчас разберусь, включусь. Так, я открутил свечи. Свечи все разные, смотрите. Здесь написано, сделано в СССР. Она вся ржавая. В копоти. Так, еще одна какая-то свеча. Это уже российская. Новодел. Опять новодел. Россия.
Вот такая свечка тоже. Ну, они все в нагаре. Сейчас я их щеткой почистил. Шкуркой. А для начала сейчас залью сюда этот масло в поршни. Что за карбюратор? Интересно. Так, ладно, сейчас залью. Вот у меня шприц есть. Масло Shell Helix 10/40. Смотрите, даже не замерзло. Сейчас прям шприцом туда закачаю, если получится. Так, моя смесь готова. Масло с бензином смешал. Пускай там все раскиснет. Такая у меня раскосовка. Шприцок набрал. Заливал в цилиндре, хуже не будет, зато задиров не будет, и он лучше пойдет. Сейчас пускай постоит 5 минут, и этот кривым ключом крутану, попробую. Так, это что такое? Какие-то датчики. Так, на клеймы зачистить. Так, это масса. Это плюс. Так, это плюс, это масса. Так, ладно, вот кривой ключ. Сейчас попробуем покрутить. Так. Так, со скоростью надо убрать его. Крутится. Ага. Кстати, хорошо крутится. Ну не знаю, это такой движок. Ну, масло густое там, конечно. Тяжело идет. Но крутится. Машина низко, смотрите, это задевает ключ об землю. П-
пошло полегче. Крутится с помощью кривого. Ну, сначала тяжело шло, сейчас немного стало полегче. Покрутил, все нормально. Сейчас попробуем этот. Свечки завернуть. Там еще с этой стороны, видите, наконечников нет. Вот таких вот наконечников нет. А свечи там на этих, на резьбе. То, что он купил. А, нашли, да? Это раньше из этого давали. Ой, исполком. Нифига. Раньше же машин не было. Угу. Разрешить. Бавлинское управление, Бавлинский район. По продаже легковой мебели марки Запорожец поступивший по фонду года для индивидуальной пользы учителю по тату Бавлинской средней школы Афанасию Валерию Андреевну. А, 86-й год все-таки, да? Ага. Правильно. Прямо сдаточный акт тоже вот. А, интересно. Сохранил. Тоже выдано Афанасию Валерию Андреевичу автомобиль «Жигули». Угу. Так что не ворованный. Интересно. Да, раньше же не было. Это сейчас везде продают. Ой, раньше машины, знаешь. Да. Только вот поступил. По блатам. Запорожец и этот. 86-й год точно. Точно. Вот выпуск 86-го года. И купил в 86-м угу. году. Да. Правильно, хорошо. А вот еще книга, да, красная? Вот это Запорожец, как раз 968. Это по ремонту? Ну, по ремонту там все. Какого года? Тоже 86, не знаю, какого года. А, 88. Сдано с печать. А. Угу, вот эта книга хорошая. Все по ремонту. Возьми. Вот смотрю, регулировка. Марка Ши. Ну, это бумажки, наверное, не нужны тебе. Не, это не надо, уж понятно. Я вам переоделся, пришел ковырять. Свечи он открутил. Сейчас свечи смотрю. А свечи перегоревшие? Нет? Нет, они сейчас и почистить надо просто, а не этот. Только холодно сейчас возиться. Ну ладно, хоть ветра нет. Ну я сейчас этот до обеда, а потом поеду. Я сейчас этот в цилиндре этот масло залил, чтоб. И вот это кручу этим, оно крутится. Крутится? Да, вот. Сейчас покажу. Крутится. Ну, правда, густое масло замерзло. Ну, потихоньку кручу. Угу. Ну, сейчас это раскиснет все. Угу. Сегодня подготовлю, может, завтра заведется. Еще этот вот провод один кто-то вырвал. Здесь провод должен быть. Сейчас посмотрю, может, у меня есть. Наконечник угу. один кто-то. Угу. Отсюда провод должен быть. Кто-то по... или у детей, или, может, кто-то специально а оторвал. Может быть. Интересно, хорошая книга вот эта. Да, да. Все по ремонту. Да, да. Можно, что не знаешь, посмотрел. Да, да. Вот знаешь, как раньше машину давали. Все, по документам. Он какие-то шланги вытаскивал. Ладно, копаемся дальше. Так, ладно, с этим разобрались. Сейчас, так, ладно, сейчас свечки вот почистил. Свечи, правда, разные. Ну ладно, свечи, это ладно, провода сейчас, может, найду. Меня другое интересует. Я нажимаю на тормоза. Педаль мягкая. Также сцепление, смотрите. Просто скорости втыкается. Правда, туго. Ручник опустил. Теперь идем сюда. Что я вижу? Вот она, видите? Походу вся жидкость ушла. Бачок вроде пустой. Так. Бачок пустой. И этот, походу, пустой. Так, это не крутится даже. Это даже не крутится. Ну, пустой бачок, сюда надо тормозуху заливать. Где-то у меня была тормозуха. Надо попробовать залить.
Но она, походу, все вытечет отсюда. Это надо цилиндр снимать. И менять сальники. Как я делал на москвиче. А где здесь прокачивать, я не пойму. Где у него коробка-то сзади же получается. В общем, ни сцепления, ни тормозов нету. Сейчас хотя бы попробуем двигатель запустить. Теперь мне надо разобраться с топливной системой. Этот, походу, не качает. Я уже и коленвал крутил. Постоянно вот так легко нажимается. Открутил вот этот шланг. Он в итоге треснул. Такой запах пошел старого бензина. Как будто ацетон. Сейчас вот это все отключу. Попробую поставить этот другой бензонасос. Где-то был у меня. Так, прежде чем делать топливную систему с бензонасосом, сейчас я приторможу. Взял аккумулятор. Сейчас посмотрим, вообще стартер крутит, нет. Подключил шкуркой, контакты зачистил. Сейчас вообще посмотрим, есть ли вообще там напряжение. Так, дворники включились. Тут ничего не горит, ни лампочки, ничего. Поворотники работают. Что-то лампочка масла не горит. Ага, не работает. Так. Аварийка работает. Здесь ничего не горит. Вместо поворотника стопы мигают. И здесь не работает. В общем, что-то он не крутит. Почему он не крутит? Вообще ничего нет, лампочек нет. Вот датчик бензобака дергается и датчик температуры. Интересно. Может, предохранитель чем-нибудь. Так, здесь два предохранителя нету. Может, из-за этого не работает. Сейчас поставлю. Где-то у меня были два предохранителя. Может, из-за этого напряжения нет. Я думал, хоть если стартер крутит, то можно возиться, а если он... Нет. Датчик бензина заработал. Напряжения нет, что ли? Фары горят. Фары-то горят, а почему стартер не схватывает? Не пойму. Скорее всего, здесь проблемы с проводами. Так, ну что, не работает со стартера. Я уже вон лампочку сделал. Видите, масло горит. Аккумулятор не горит. И предохранители потрогал. Не срабатывает. Сейчас попробую напрямую. Я здесь что-то ковырялся. Подключил вот эту фишку. Она была отключена. Вот эту фишку подключил. Вот эти вот я не знаю куда. У меня схемы нету. Потом вот так замкнул, блин. Замкнул. Она вообще должна, конечно,
через реле работать. Вот это для чего реле, я не пойму. Тут снизу один провод идет, сверху один. Для чего? Ну, это реле напряжения, вот это. И вот еще реле. Что куда здесь? Какое реле? В общем, непонятно. Часы заработали. Так. Может, даже это реле не работает, как оно называется. Да. В общем, буду сейчас разбираться. Сейчас на место свечи поставлю. В общем, как я крутанул, все оттуда брызнуло. Вся моя эта смазка. Масло с бензином. Все вылетело оттуда. Ну ладно. Буду сейчас разбираться. Блин, интернета здесь нет. Я бы посмотрел схему. Нормальную цветную схему, а не эту черно-белую. В общем, сейчас проверим, есть ли вообще искра. Так, вот я поставил свечу. Сейчас посмотрим. Там напрямую замкну стартер. Посмотрим, что-нибудь вообще будет. Так, отлично, искра есть. Это значит, катушка работает. Как видите, я здесь свой провод поставил силиконовый. В общем, искра есть, можно запускать. Ну, правда, напрямую. Ладно, сейчас рискнем. Закрутим свечи. Открутим эту. Туда бензина брызнем и посмотрим, запустится, не запустится. Подключил аккумулятор. Сейчас попробуем напрямую завести. Получится, не получится. Так, я свечи все поставил. Провода подключил. Может, свечки залил? Походу, свечи залил. Сейчас их протиру и попробуем выкусить. Так, сейчас почистим и попробуем поставить.
Так, в общем, не хочет он оживать. У меня уже аккум-то сел крутить. Аккум-то сел. Я вручную пробовал. Тяжело идет вообще. Он вроде что-то цепляет, а потом раз, как бы захлебывается, что. Может, я бензин переливаю, я сразу сюда брызгаю. Не знаю, в чем причина. Свечи снимал, искра есть, я проверил все. Вот я это не снимал. Крышку, может, там что, заржавело все. Сейчас откручу, посмотрю. Хотя искра же есть, если там плохо было, искры бы не было. Контакты, может, окислились. Охереть. Хотел запустить. И контакты нормально здесь все. Все чисто, все в масле. Да если бы контакты плохие были бы, он бы... Там бы искры не было бы. В общем, все, поставил аккумулятор с другой машины и почти завелся. Сейчас еще раз попробую. Я уж запарился сегодня. Не успеваю брызнуть топливо, глохнет, потому что я топливо-то отсюда подаю. Сейчас еще раз попробую. Такая пылища отсюда пошла, это капец. Сейчас еще разок.
Вы посмотрите на мои руки, блин. Это называется руки владельца запорожца. Даже, смотрите, поцарапался. В общем, завелся, все. Здесь все поломалось. Все, забрызгал бензином. Замерз. Я весь голодный, но я его завел все-таки. Эвакуатор вызовели. Колеса ты поставил, да? Колеса я накачал. Они накачал, и они нормально, да? Я не знаю, ну там сейчас вот ночь постоит, посмотрю. Я их накачал насосом, они спущены были. Ну, тут вроде накачанные или так вот. Не, двоечка, я посмотрел. А вот через золотник спускает, я проверил, пузырится она. А ты что, куда-нибудь поставить, раритет или ездить будешь? Не знаю. В Баулах я видел красный, что ли, какой-то есть. Да. Ты баулинский? Да, Баул. В общем, на сегодня все, ребят. Вот так вот получилось запустить его. Я даже, смотрите, колеса накачал. Он здесь все равно спускает. Надо колпачки поставить. Вот эти два колеса немного травят. Завтра, походу, они спустят. Эти нормально. Все подкачал. Резина, правда, треснутая. Ну, посмотрим, спустит, не спустит. В общем, вот такой вот запуск. Правда, почему-то с ключа не заводится. Не знаю почему. Я уж поставил предохранители. В общем, вот такой вот запуск. Стоял он больше 10 лет. Ну, правда, есть свои проблемы. Все равно здесь надо делать, разбираться с проводами, почему делать сцепление. Так, в принципе, он все завелся, все отлично. Нагазовал, смотрите, сколько сажи повылетало. В общем, все. А, кстати, ей делать надо бензонасос. Потому что я топливо поддавал отсюда. Чуть брызну, и он заводится. По итогу все. В итоге тачка ожила. Аккумулятор я посадил, правда, поставил другой аккумулятор. Из другого аккума она уже завелась. Так что в следующем видео сделаем бензонасос, шланг возьмем и этот. Посмотрим дома проводку в интернете, посмотрю, что, как они вообще провода идут, почему он оттуда не цепляет. Пишите в комментариях полезные советы, как лучше сделать. В общем, все. Вот такой, в принципе, получился ролик. Я даже не ожидал, что он заведется. Вот бабушка мне дала ключи от замка ЗАЗ. Кстати, когда я запускал двигатель, я забыл посмотреть, гасла ли лампочка давления масла. И почему-то не горит лампочка этого аккумулятора, в общем, заряд аккумулятора вообще не горит. Может, перегорело? А так, в принципе, на сегодня все.